Санта. Все нормально, все под контролем, не ссать. Сейчас еще пару заборов возьму. Куда ехать? Не отвлекай меня. Ну вы чё повылазили-то, ёпта? Все живы? Кред, сам тачку. Ну, он американский. Все, все, ты можешь там, если хочешь, можешь управлять этим хаммером. Расселись, тут ждем. На вышку полез. Давай, только не увлекайся там. А, блядь, тут, короче, на самый верх здания поднимаешься, один хуй, оно ниже, чем дальше, блядь, все. Не-не-не, мужики, не надо крыши, сидите тут. Да. 1-3, ФТ-1 вот на первом, на позициях, ФТ-2 на позиции. Сюда к нему перебегу, посмотри, что там. Микки, кстати, тут хороший, вот сюда правее бери, хороший дворик, прям загасится здесь, блядь. Прямо и правее. Иди-иди. Вот, да-да-да, вот левее, вот сюда, к забору езжай. Левее, налево, по-моему, вот сейчас. Да-да-да-да, разворачивай. Меня видишь? Вот здесь охуенно пригасить можно хаммер, блядь. Его вообще ниоткуда не видно. Там что за бой? Беда пошла. Что за война? Стрикеры по сера идут на азимут 20 от нас, 25. Вот у плотвы противник. Где плотва? Ага, принял, отлично. Там УАЗик, по-моему, штаб. Так, это Санта 1-3, у нас метку ставлю на УАЗик, скорее всего, штабной. Поставил. Могу отработать, если надо. Работай. Хотя очень далеко, погоди. Пускай ближе. Около амбара где-то там. Если четко видишь, то можешь колотить. Вообще всем огонь свободный. Да, деревянный коровник от нас, от первой ФТ, юг ровно. Там и бетер? Да. 1-3 поставил метки. Точно видели бетер около коровников? Да, вон он есть туда. БТР около коровника 1-3. Все, пока сидим, смотрим. Подпускаем поближе поле, им бежать через него один хер, будем подстреливать. М2 выставить на коровнике. М2 сейчас вообще хорошо стоит, блядь, там весь бетер сюда. Вы по кому стреляете? Я по вражине. А, окей. Коровники. От нас на юге. Не, я понял. Смотрите, перемещается вот так вот. Парни, смотрите, метки поставил. Там уже уходил? Да, вижу БТР. Все, БТР нет около коровника. Он куда уехал? Ставлю метку. На бухте. 1-3 поставил. Не, он, ну да. Там еще в коровниках. Санта, нам позже.
же к коровнику хаммер можно будет выгнать, я их отработаю. Да, 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 да. Но там около коровников бегает целое отделение. По Локину кто-то стреляет, не пойму кто. Локин, сохранись. Да, коровника наблюдаешь? Да, вижу, вижу. Пехота ближе, дальше от коровника, справа, слева. Прямо у коровников, где деревянные, слева. ГП пошло, посмотри. Смотрю. Командир, у меня отряд наблюдает бетер, сейчас метку поставлю. Нет, ты перекинул. Слушай, видишь вот эту водонапорку? Так. Вот за водонапоркой Красный дом, вот где-то в этом районе бегают. Могу туда залить, попробую еще. Не-не-не, пока не надо. Не полите М2 пока. Там на берегу прямо вон вижу бетер стоит. Слушай, расстояние большое. Бетер заднюю дает. Да он по мне и полил, наверное. Так, минус один. Принял. По полю ползал там. Малину собирал, наверное. Ну, скорее всего, да, или щавель. 13 в каждой. Так, еще один по полю бегает. Что им всем не имеется-то? Метку поставил, там враг походу на пленами, походу, едут. Да, есть за коровниками бетер. Один на коровниках. Так, это 1-3. Один бетер на берегу, один бетер за коровниками перед нами. У них два же, да? 1-3 встречается. Да, принято. 13, там пехотное отделение. Ну все, отлично. Слушай, Крет, ты можешь взять, объехать шире и сверху проколотить по бетеру. Я сам свернул. Который не за коробку. Не надо, не надо, я тут уже, блядь, кругаля нарисовал, чтобы его обойти на. Слушай. Скажите, метку на него дайте, я уже почти подошел вокруг. Две метки точнее. Ой, блядь, далеко. Да, да, лучше с М2 объехать. Ты принял уже, дай. Если он первый увидит М2, М2 пиздец. Шире, шире, просто объехать. Ну, пожелайте мне удачи еще. Так, дальняя сдвиг, секунду. Плюс 5. Где это дальняя? Плюс 5. Итого 41. 1-3 на сдвиге. Крет, только не подставляйся. Если что, шире круг. Я что-то вокруг этих коровников Санта бегаю, бегаю, блядь, вообще никакого движения. Ну как? Ну да. Коровники деревянные. Я понял, блядь. Дальше туда, и... дальше Красный дом есть, блядь, за этими коровниками. Они там, да? Да, да. Да. Есть, есть. А ты что туда рванул? Я нет, я вот здесь прям. Я бетер же, блядь, хотел, думал, он рядом стоит. Я когда уже туда подбежал, говорит, он в воде. Он в воде, тут два БТРа. Два БТРа. В воде, он не в воде, он на берегу. Один около коровника, другой на берегу, где бухта. Метки же стоят, я поставил. Туда-туда. Я даже вот тут, Санта, я ближе. Заходи шире, заходи через Березина, колоти их. Парни, у вас на берегу, вижу, там пехоту вдалеке в бухте. Смотрите внимательно. Живые еще? Да слушай, да можно, да? Пацаны, поэтому, да, обходите, грубо говоря, здесь можно по деревне обойти, я прямо сейчас спокойно обхожу, никого пока не вижу, сзади, блядь, зайдем. Ушел на 210. Давай, давай, просто, я тоже. Да, мы просто выше них окажемся. А там уже у нас преимущество. А метки на БТР актуальны еще? Да, актуально. В Дубровке свои, смотрите внимательно. Они 113 обходят. Можете по большому кругу, в принципе, с юга объехать. Бля, Санта, они точно еще здесь? Мы обходим, мы есть, есть. Давно. Я тоже обхожу, есть. Или можете напрямую, в принципе, чуть южнее Дубровки. Сейчас я уже на уголку. Кто сейчас на штамп побежал? Вот таким образом, примерно через 10 минут начинаете, нет, не через 10, через 5. 1-3, первый ФРТ, мы обходим. О, нарвался. Нашел ты, да, бетер? Крет. Не-не-не, это я отработал, это я отработал. А зачем? Ты лучше по бетеру бы отработал.
Там нет Беттера, он уехал. Куда? Без понятия, но его там нет. Беттер за красным домом, за красным домом. Беттер за красным домом, коровник. Я его вижу, вижу, сейчас, подождите, пацаны. Нашел я его, блядь, он прямо на возвышенности. Ниже, ниже, кто с трубой идет? Ниже. Сейчас будет, блядь. Надеюсь, пацаны. Сейчас в него постреляю. Не надо, да не надо. Не шугайте его. Не трогать Беттер пока. Только трубой бить. Или хаммером. Не надо стрелять. Сейчас сорвется, поедет куда-нибудь, потом за ним бегать. Бекон, сколько до него? Возле коровников кто бегает? Мы подходим. Минус Беттер около коровников 1-3. Я сквозь кусты его разъебашил. Красава, красава. Дальше проходим, пехоту ловим. Пехота за коровником там бежит. Крет, уходи, уходи! Платон на берег, крет, слева. Скорее всего, да. Труба на тебя, крет. По-моему, крет это тоже ебал. Не-не-не, нормально, рядом пролетело возле головы. 113. Труба посередине между... Мои белые дымы сейчас пойдут. Я понял. Меня накрыли. Один три южнее вас УАЗик поле. Принято. 1-3, принято. Между нами УАЗик по полю едет, прием. Парни, как слышно, между нами УАЗик едет. По полю, смотрите. Белые дымы, это Сант. Бля, Сант, я тебе потом покажу, блядь, где, как он выбитый, блядь, ты не поверишь. Это случайка. Нормас, это профессионализм, заебал. 1-2, готовьтесь встречать юго-восточный... Крет, жив? Да. Я отстрелил чуть поэтому по УАЗику, он к берегу поехал. Принято. Какой? Который бетонный? Здесь рядом с тобой, да. Принял. Прием. Ага, блядь. Хуёво так чисто. По мне. Это с белого, походу, с желтого дома, да? Да. Минус пулемет. Блин, я видел его.